На повестке дня очередного заседания городского совета Басарабяска, прошедшего 16 февраля, значился и вопрос о числе вице-примаров города. Однако в начале заседания было решено снять его с обсуждения. Я хочу предложить проект решения номер 2, который привилила и институили функции девичий примар, щенумеру девичий примар, то есть это количество вице-примарей, снять с повестки дня. Так как этот вопрос не прошел необходимые процедуры, я считаю, что его нужно обсуждать, как и с жителями города, и с советниками, и перенести его на другую сессию. Советники приняли данное решение единогласно. Следующий вопрос был об избрании заместителя примара. Глава горадминистрации Петр Пушкарь предложил кандидатуру Григория Гангура. Я предложил советникам именно кандидатуру Григория Гангура, потому что я знаю, как человек ответственный, человек, который будет выполнять конкретную поставленную задачу, его задача будет четко и ясно, это заниматься благоустройством города, это, чтобы город был чистый, убранный, ухоженный, садились цветы, ремонтировались остановки, уличное освещение. То есть мне нужен вице-примар, который будет работать для людей и для города, а не просто будет сидеть в кабинете с галстуком и писать какие-то посты или просто какие-то заявления, то есть мне это не нужно. Советники, в свою очередь, интересовались опытом работы и образованием кандидата в вице-примары. Господин Гангуров, он имеет высшее образование? Среднее специальное. Что скажет господин Гангуров? Где он работал? Какая его профессия была? Работать в Молдове я не работал. В России работал в кадастре. После армии затем приехал сюда и здесь попытался открыть свой бизнес, связанный с животноводством, разведением быков. Там мне поставили один ультиматум, я его забросил. У меня власти после 20 лет, где стал Петрощенко с отрядом. А в сельской школе или Матиба Свер? Вот эта должность, господин Примат, вы правильно сказали, что именно по благоустройству это очень ответственно. Это я прекрасно понимаю, мы все это прекрасно понимаем. Но, уважаемый Григорий, вы не имеете за плечами абсолютно никакого опыта работы и так далее. То есть какая-то нестыковка. Николай Киндигелян уточнил и то, какова ситуация со стадионом «Локомотив», который 2 года назад был взят в аренду общественной организацией, возглавляемой Григорием Гангуром. Да, вот были вопросы, и вы возмущались по поводу того, что, значит, и так далее. И за 2 года эта аренда был заключен в 2022 году, то есть прошло 2 года. За 2 года мы видим, вот я как житель города, даже мы видим, что там куча вопросов. То есть все было уничтожено. Я не закончил. Все было уничтожено. И строение, и так далее, и везде. И никакой работы. Вот как бы это объяснить? Григорий Гангура ответил на это, что так и не смог арендовать данную территорию из-за бюрократических проблем. Мы, как общественная организация, создали футбольный клуб. Собрали учредителей из нашего города, подали документы на взятие в аренду данного стадиона. В течение 2 дней нам перезвонили с ОСП, центрального офиса Кишинева, и сказали, что ваш договор аннулирован, вы не имеете права ничего там делать, он незаконный. И мы приостановили все наши действия, которые там мы начали делать. Мы начали реставрировать судейскую, помяли крышу, заменили окна, двери, приобрели 2 пары ворот 5x2. Но они хранятся на складе. В основном начали строить туалет, установили кольца. Нам позвонили, сказали, приостановите все работы, так как оно нелегитимно. По результатам голосования Григорий большинством голосов был избран заместителем примара по вопросам благоустройства города. Так, 15 советников проголосовали «за», 2 «против», еще 4 воздержались. Виктор Салинский, проголосовавший против данной кандидатуры, считает, что Гангура не подходит на эту должность. Я его не знаю, во-первых. Во-вторых, этот прецедент, что все-таки арендованный, значит, стадион, он все-таки уходил в небытие, как-то нехорошо звучит. Ну, я понимаю, что надо давать молодым дорогу, но как-то он мог бы и сам как-то представиться, чтобы его не представляли. Он как-то неубедительно выражался. Сам Григорий Гангура уверен, что вполне справится с обязанностями заместителя примара города. Образование у меня среднее, специальное. Я отец, воспитываю 2 детей, дочку и сына. Я в основном работал за границей, здесь официально не работал. Я считаю себя
молодым, энергичным. У меня достаточно сил для того, чтобы воплотить все наши задачи, поставленные примарем города. И думаю, что я справлюсь полностью. Всего на заседании городского совета обсуждалось 12 вопросов. В их числе уточнение бюджета примарии на 2024 год и выделение свободных остатков, утверждение положения о проведении конкурса на должность директора Дома культуры и другие.